Вадим Юрійович, вітаю вас знову в наших ефірах. Дуже рада бачити. І знаєте, останній тиждень був дуже такий гарячий і дуже багато запитань. Але давайте почнемо саме з топ-теми тижня. Хоча, знаєте, мені здається, що всі події, які відбувалися на цьому тижні, були б топовими. Ось щодо закону про мобілізацію. На ваш погляд, все ж таки, як змінить цей закон ситуацію на фронті та в тилу, тобто всередині країни? Ну, привет моему почти родному городу, Одессе. Так, я говорил уже, что я Одессу, в общем-то, проводил. Лето, детство, юность – это Одесса. Даже немножко поучился в артиллерийском училище. Там, да, было такое дело. На Чабанке был, на полигоне, но уехал вовремя. Вот. Так, и Одессе там, конечно. Держитесь, мы вас любим, любим. Город прекрасный. Ну, а теперь давайте к вопросу по мобилизации. Ну, смотрите, нужно сейчас мобилизация для того, чтобы все-таки удержать фронт. Потому что вот генерал Содоль, выступая в Верховной Раде, это командующий силами теробороны, по-моему, да, он привел достаточно тревожные цифры, что просто не хватает банально людей. Там в отделении примерно, ну, если взять отделение взвода, то примерно процентов, ну, 50 недостача. Значит, надо сейчас, ну, во-первых, мобилизованных всех для того, чтобы, ну, подготовить, соответственно, для того, чтобы хотя бы удержать фронт. Это первое. Программа минимум, задача минимум. Ну, задача максимум, судя по заявлением нашего высшего военно-политического руководства, это подготовиться к возможному контрнаступлению 25 мая. Поэтому нужно, конечно, провести мобилизацию, усилить мобресурс, тем более надо понимать, у России мобресурса больше. Ну, даже по призывникам, если взять призывников, Эдвард Лютвак, известный военный специалист, консультант Госдепа, он приводил такую цифру. Значит, ежемесячно в России призывного возраста достигает 100 тысяч человек, у нас 20 тысяч человек. То есть в год можно посчитать. Но это призывной, конечно, момент, но тем не менее он показателен. Поэтому для того, чтобы выровнять как-то ситуацию на линии фронта, надо воевать либо умением, либо новыми технологиями, цифра, спутниковая навигация, беспилотники, искусственный интеллект, либо количество. Но на данном этапе нужно все вместе. Искусственный интеллект, так, и моб-ресурс, и беспилотники, и цифровизация поля боя. Вот, так, потому что все-таки при всех цифровых новациях все-таки живой ресурс, извините, что так говорю, живая сила, ну, война есть война, она играет решающую роль. Это первое. Если говорить о контрнаступлении возможном, то это будет зависеть от того, когда, в каком количестве и какое мы получим оружие от наших западных партнеров. Пока тут туман, как говорится, так, пока непонятно. Но одновременно мобилизация должна стать сигналом Западу, что мы свою часть, как бы, договора выполнили. Так, мы мобилизационный ресурс готовы. Теперь ваше слово, товарищ Маузер. Так, и вы должны тогда четко нам понять, сколько, когда, в каком количестве вы нам даете вооружение. Ну, имеется в виду, начиная от F-16 и заканчивая там танками, патронами, порохом, снарядами. Ну, для снарядов нужен порох и тому подобное. Потому что я бы не сказал, что у нас снарядный голод на фронте, но мы экономим снаряды 155-го калибра натовского. Мы готовим. Россия тут имеет перевес. Ствольной артиллерии они имеют существенный перевес. Теперь тыл. А вот здесь тыл, ну, не очень. Потому что в той форме, та форма мобилизации, которая предусмотрена этим законом, она настораживает многих. Ну, во-первых, до конца все-таки нужно было объяснить, в чем цель мобилизации, какие цели войны.
В 22-м году было понятно, не пустить врага в дом. Поэтому добровольцы, военкоматы очереди стояли. Ну, если говорить, там под Киевом стояли группировка российская. Ну, понятно, тут мотивация. Так, идем защищать родную хату, территорию, землю и так далее. Если же сейчас, вот, учитывая ситуацию на поле боя, военная инициатива за Россией. Тут, ну, не надо тут лукавить. И не надо приукрашивать. Военная инициатива, тактическая, правда, но инициатива на стороне России. Второй момент. Учитывая то, что пока нет оружия. Так, ну, автоматы можно дать, а прикрытие авиационное, а бронетехника, а снаряды. Поэтому возникает вопрос, мобилизован. А куда меня посылают? И смогу ли я, ну, быть вооруженным для того, чтобы, ну, мобилизация и солдаты должны мобилизовываться для того, чтобы побеждать, а не погибать. Знаете, солдат должен побеждать, а не погибать. Но учитывая ситуацию, которая сейчас с точки зрения вооружений и тому подобное, у любого человека мобилизовано, так? Мужчина в расцвете сил, ну там 30 лет, например, так, или там 25 лет, которого могут выдернуть из семьи, так, выдернуть из обычной рутинной мирной жизни. У меня вопрос, а меня призывают погибать или побеждать, или погибать? Для этого надо, чтобы уже было четкое понимание того, какие виды вооружений мы получим, какое время и так далее. Это раз. А во-вторых, одно дело, когда, допустим, вы идете защищать там рядом территорию, а другое дело вам говорят, наша задача в войне – освободить Крым и выйти на границы 91-го года. Или ДНР, или там Донбасс освободить. Знаете, это уже другая цель. Она более дальняя. Причем все же понимают, что военным путем решить ее очень сложно. Поэтому если наступать там как бы военным путем, ее решить сложно, как говорят все сейчас. На Западе, наши друзья, партнеры и так далее. Это общепринятая точка зрения. Не аксиома, конечно. Но общепринятая точка зрения. Значит, это получается что? Если нет нерешаемого, этот вопрос нельзя решить военным путем, по крайней мере, при этом уровне вооружения, при этом соотношении сил на сегодняшний день. Но мы идем наступать, значит, мы понимаем, что мы, скажем так, будем тратить ресурс. А цель? Поэтому мотивация должна быть. Мобилизация равно мотивации. Мотивация равна мобилизации. Ой, и тогда проблемы с мобилизациями, мобилизацией, да, вот эта вся проблема у хилянки, у клонистов, и так далее, она снимется само собой, когда будет четкое понимание того, для чего тебя выдергивают из мирной жизни и направляют в окоп. Вадим Юрійович, ось тут одразу виникає два запитання. Ну, по-перше, про матеріальне. В якості мотивації Верховна Рада запропонувала Кабміну додати ще 70 тисяч кожному бійцю на нулі. Ну, тобто в місяць 200 тисяч, ну, це такі немалі гроші. Ну, знаєте, дивишся, вроді добре, але звідки їх брати? Якщо ми говоримо, що в бюджеті нема грошей навіть на соціалку. Ось до чого це може призвести? Можливо, новий віток інфляції, завтра ці гроші, гривні перетворяться на паперці? Ну, я би не сказав, що велика там інфляція може бути, але інфляція потребительська може бути. Я такий приклад. Значит, для бронирования отдельных ценных работников бизнесу надо в месяц платить, предпринимателю платить 500 долларов. В месяц на одного. Значит, представляете, бизнесмен же будет закладывать это потери в цену продукта. Значит, оно все подорожает по цепочке. Значит, там сегодня хлеб стоит столько-то, завтра он будет стоить на процентов 20, может быть, больше. Не так по всей. Понятно, что война затратное дело, это надо решать. Или за что есть воевать? Есть за что воевать или нет? За что, в двойном смысле этого слова? За что? За какую идею? Ну, просто воевать для того, чтобы нанести стратегическое поражение России, ну, как говорят на Западе. Ну, во-первых, сначала еще надо, ну, как бы так, реальность это, реально это или нет, нанести стратегическое поражение России. Или воевать за Донбасс, где люди другие там уже. Там люди мотивированные воевать против нас. Я не знаю, что мы с этой... Вот отвоюем эту территорию, что мы с ней делать будем? Там партизаны одни будут.
и Россия рядом. Что, она успокоится или нет? Ну, давайте так, реально. За что воевать и за что? В смысле, за какую? За какую пенензу? Так, за какой талер? За какой доллар? В принципе, это можно решать, конечно, было бы с западными партнерами, чтобы они выделили какой-то фонд. Если они уже так как бы нам рекомендуют дальше не сдаваться и так далее. Но тут важный вопрос, вот опять-таки в деньгах в чем? Если эти деньги, 200 тысяч гривен, это примерно сколько там, ну, 3 тысячи долларов, да, если так посчитать, ну, неважно, ну, примерно вот я цифра. Так зачем мобилизация? Лучше на контракт оформлять. Зачем такие в обществе создавать? Круги недовольных, возмущений и так далее, если можно это все сделать в рутинном порядке, контракт добровольца, контрактника и так далее, 200 тысяч. Зачем проводить мобилизацию, пугать всех этим законом? Сколько, это же такие потери имиджевые, психологические, информационные, социальные потери для страны. Для того, чтобы потом сказать, а мы все равно 200 тысяч будем давать мобилизу. А что, раньше нельзя было? Но смотрите, там, давайте поучимся у врага. Мобилизация – это вопрос комплектации вооруженных сил. Только это экстренная, чрезвычайная форма комплектации вооруженных сил. Вот россияне не выстроили модель. Какую? Вначале у них тоже была мобилизация, было много возмущений, но потом раз они это все... И сейчас у них первое – призыв. Призывники на фронт не идут. Так, призывников не берут на фронт. Ну и у нас тоже. Кстати, мобилизация с 25 лет, кто-то предлагал 18 лет. Ну, люди вообще не понимают, что это такое. Молодых людей, юношей, бросать в бой или как? Доброволец, пожалуйста. Поэтому комплектация добровольцы, призывники, добровольцы, контрактники. Ну и мобилизация может быть там, но они все отказались от мобилизации. И это все идет каждый месяц у них. Идет ротация, понятно, гибнут люди. Они не говорят же про свои потери. Они про наши говорят, но у них тоже гибнут люди. Тем более наступление, вы, когда вы наступаете, штурмуете, значит, надо пополнять выбывших. Но они выстроили спокойно, рутинно, без всякой чрезвычайщины, компанейщины. Военкоматы люди идут, получают деньги, особенно с глубинки. Люди никогда денег таких не видели у них. У нас, конечно, немножко другая ситуация, так, потому что у нас всегда в селе кабанчик есть там какой-нибудь, так, заколоть его можно продать. Вот, поэтому у нас там село не бедствовало, глубинка. Но у них это да. И это пошло в потребительский сектор, это оживило торговлю, оживило экономику. Вот так. Вот надо такую систему комплектации у нас. Призыв, контрактники, все. И никто не будет бегать, не будут пограничники бегать за этими пловцами через Тису. Не будут там через Одесситы, через Рени или Рени, да, и куда-то там мчаться нам в район, ну, в сторону Молдовы, чтобы там где-то потом перейти туда. Вот. Это очень важный момент, потому что закон о мобилизации он нанес серьезный. Так, как он принимался, какое было обсуждение, как его принимали, он нанес репутационный вред стране и самой идее мобилизации. Правильная идея, важная идея. Комплектация вооруженных сил – важная идея. Но это должно быть без компанейщины, без чрезвычайщины и без того, чтобы будоражить общество. Без того, чтобы люди понимали, в чем смысл. Ты не веришь, как бы так, не знаешь, там, когда освободят территории, там, когда Украина выйдет на территорию 91 года, но зато ты понимаешь, что ты деньги получишь. Месяц, 3 тысячи, так? Ты идешь на риск, ты понимаешь, что война – это вещь опасная, но ты понимаешь, что ты за эту как опасность получаешь какие-то деньги. Твоя семья получает там военную ипотеку, например, на строительство жилья или какую-то страховку достаточно серьезную. Ну, кстати, она есть, страховка, так? Но вот ряд этих льгот должны были бы быть более четко прописаны, и тогда бы. Вот это все излишнее напряжение вокруг непопулярного. Получилось так, что это непопулярный закон, понимаете? Вы мобилизовываете, а закон непопулярен. Мобилизация непопулярна. Какая тут мотивация в войне может быть? Какая тут психологическая устойчивость бойца, если эта мобилизация принудительная получается? Вот надо было это вещи продумать. А с самого начала как было? Президент сказал, что это Залужный захотел 500 тысяч
Но он против этого. Залужного сказал, нет, я этого не говорил. Потом Залужного уже нет. Потом уже сказали, вот вопрос наткнулись о демобилизованных. 36 месяцев люди воюют. Сказали, нет. Еще время не пришло, надо еще воевать. А люди ждали. Семьи ждали. Так, что повернуть живым, как это называется, так? А вот теперь так, непонятно. Ну и вроде бы политики стали говорить, что это военные попросили, а военные сказали, что это политики ставят нам такие цели, у нас есть. Поэтому, конечно, это урок к чему? Такого рода важные, важнейшие законы, они не должны быть непопулярными. Они должны быть понимаемыми, и в этом смысле они должны приниматься обществом. Это раз, и во-вторых, кто-то должен на себя брать политическую ответственность. Если мобилизация, если ты считаешь, что надо мобилизовать там 400-300 тысяч мобилизованных, это серьезный вопрос, это их надо и обучить, и вооружить, я уже говорил об этом, обучить, подготовить, а не сразу отпускать. Ты должен брать на себя политическую ответственность. А кто взял? Никто. Верховная Рада проголосовала, все. Причем голосовали, я так понимаю, там, списками и прочее. Вот это плохо, понимаете? Вот и я не говорю уже там, нагрузка на бизнес какая будет, потому что рабочие руки. Я не говорю уже эти цирки, там, вот это все фигня, конечно. Скандал вот это там, брони, циркачи там, артисты и тому подобное и так далее. Я бы тут тоже не скандалил, потому что, ну, и артисты тоже нужны. Война это же не то, что все должны в землянках жить и жить по принципу «все для фронта, все для победы», как когда-то. Ось, таких войн сейчас нет. Да, до речі, про землянки. Да. Вадим Юрійович, знаєте, я хочу, щоб ми потім повернулися до проблем Заходу, точніше, ці домовленості, скажімо так, Заходу щодо української війни. Але спочатку щодо обстрілів і знищення, фактично, енергетики української. Бо це також одна з таких найболючіших зараз тем. Бо за останні 2-3 тижні через ракетні обстріли була майже знищена вся маневрова українська енергетика. І про це говорять зараз експерти. Тобто це і ТЕЦ в тому числі, і інші. До чого йдемо? Що, чого чекати влітку, коли країна, країна, коли, яка експортувала електроенергію, буде сидіти, ну, вже по підрахункам майже 15 областей, в тому числі і Одеська, буде, може сидіти в блекаутах. От, от що, ну, блекаут, до чого йдемо? Буде, це буде, нас примушує, ворог таким чином примушує нас до капітулювання, до перемовин, до чого? Да, примушує. Да, принуждення. Виключить страну. Убить економіку. Енергетика, це ж кровообращение экономики, как без энергетики. Бизнес тоже. Ну, конечно, можно там обзавестись этими генераторами. Ну, это же невозможно. Так, представьте себе, турсезон в Одессе, а электричества нет. Как работать кафе, рестораном, пляжем и так далее, если они будут работать. Вот понятно, что это первое. Есть в этом военная составляющая, потому что электроэнергетика – это и военное управление. Так? Это логистика военная, это пополнение фронта боеприпасами, теми же ли, техникой и прочее. Это раз. И во-вторых, это уничтожить электроэнергетику, причем ее восстановить почти невозможно. Почему? Потому что это все строились в советское время, по советским проектам. На Западе нет такой энергетики, централизованной. Что Украина была высокоиндустриальным промышленным государством. Знаете, не все это. Если взять, допустим, там, ну, Германия, да, там, ну, там по-другому немножко, там, Франция. А вообще, если посмотреть центральную, восточную Европу, они, это же аграрные страны. Это же аграрные страны. Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния, Австрия тоже небольшая страна. Ну, она не гора, ну, горная, но она развитая страна. Но... Поэтому как? Восстановить тяжело будет вообще. Наверное, вообще невозможно. Что делать? Ну, таким образом вообще как бы, как это сказать, уничтожить экономику. Это, войны выиграют экономики. Ну, давайте так.
Война выигрывается экономиками. У кого экономика сильнее, тот и выиграет войну. Все, это закон. Не важно, сколько людей, главное. Вот хотят вырубить полностью экономику нашу и заставить переговоры, не знаю, там, понимаете, что значит, ну, тоже как бы капитуляция. А в чем капитуляция? А если мы отложим решение возврата Крыма и Донбасса, там на 10-15 лет, как предлагает Эрдоган, в 40-м году провести референдум на этих территориях о принадлежности. Так что? Что такое 15 лет? Вы помните, Майдан был в 14-м году? Уже 10 лет прошло, между прочим. Ну, еще 5. Поэтому это быстро все слетит. Как бы летит время. Поэтому это капитуляция или нет? Или мы будем жить во мгле? Понимаете? Помните? Герберт Уэллс. Россия во мгле. Роман, так? Мы будем во мгле жить? Или будем развиваться? Ради чего, скажите мне? Тоже как бы. Поэтому надо, ну, думать, что дальше делать. Либо мы, пусть Запад нам дает ППО или ПВО, и мы закроем небо. Что сделать очень трудно. Во-первых, найти надо эти патриоты. Во-вторых, ну, территория большая, это же не Израиль, там купол. Давайте как в Израиле железный купол. Ну, хорошо. Израиль 22 тысячи километров территория Израиля. Украина больше, там миллион, где-то около вот так вот. Да как закрыть? Ну, ребята, ну, не думайте, ну, что вы по шаблонами все мыслите? Да, как в Израиле. Реформы, как в Грузии. Жить, как в Польше. Ну, теперь живите в Польше. Ну, живите в Польше. Вы же поехали туда. Вы же хотели 20 лет назад. Кричали. Жить, как в Европе. Ну, так давайте. Получили теперь. Вот. И вот это шаблоны вот эти все. Реформы, как в Грузии, давайте еще. Что-нибудь еще, какую-нибудь страну найдем. Так вот, ситуация сложная. И понятно, что... Знаете, они как действуют, русские. Смотрите. Отбомбят и ждут. Вот якобы предложил Путин. А мы готовы к переговорам. Думайте. Теперь мы. Теперь ответ наш. И Запад. Какой наш будет ответ или Запад? Ответ. Ну, вот. До речи... Да, ударим по НПЗ. Їхнім, ну давайте. Ну, бачите, ну, щодо НПЗ і, скажімо так, намагання Заходу припинити ці обстріли, це вже окрема розмова, але щодо перемог. На цьому тижні з'явився текст, який, мовляв, би запропонував Ердоган, тобто вже Стамбула-2, такі перемови, новий формат миру для України. Багато хто говорить про те, що до цього приклали руку не тільки Турція, а, можливо, і Штати з Росією. Ось що гадаєте ви, і бо в тексті тут дуже багато цікаво. Я тільки для наших глядачів, які не знайомі, скажу, що проєкт цього договору передбачає замороження війни по існуючій лінії фронту. Зобов'язання провести у 2040 році референдум загальноукраїнський щодо зовнішньої країни, курс України, гарантії позаблокового стану України, також до 40-го року, обмін полоненими за формулу всіх на всіх, Росія не заперечує проти вступу України до Євросоюзу, і ось дуже цікаво, взаємне зобов'язання США і Росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також відновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь СНО-3. Ось що скажете взагалі про цю ініціативу? Звідки і навіщо? Смотрите, вот там вы начали текст это так цитировать. С заморожения войны по линии фронта. Кто-то скажет, это капитуляция. А можно по-другому сказать. Ну, посмотрите. А если Россия дальше будет наступать и будет дальше забирать территории, и через полгода придется опять говорить или там как бы рассматривать вопрос заморозки, то скажите, если на сегодняшний день это будет капитуляция или нет? Если мы уверены 100%, что мы вернем обратно Авдеевку, Бахмут там и так далее, то это одна история. Но у меня такой уверенности нет, между прочим. В ближайшее время, по крайней мере. Поэтому, знаете, тут история в чем? Был Минск-1.
Потом был Минск-2 на худших условиях. Сначала был Минск-1, не пошли, мы не согласились. Ну, вообще, подписали, но решили забить на это дело. Потом был Минск-2, уже на худших условиях. Тоже тянули, потом война, еще худшие условия. Война это хуже, хуже не придумаешь, чем что есть война. Да? Что мир это ценность сама по себе, высочайшая ценность. Война это, ну, не, это есть, ну, это, война это всегда катастрофы, смерти, разрушения, трагедии человеческие, личные, общественные, человеческие и так далее. Конечно, бывают войны по необходимости. Ну, защищать свою землю, там, защищать родину. Вот. Это другая история. Но, в принципе, любой политик, любая власть, она должна сделать все, чтобы не было войны. Для этого и есть политика. Война – это продолжение политики и другими средствами. Это значит, когда политика не выполняет свои задачи. Когда дипломатия не выполняет свои задачи. Поэтому скатывается в войну. Вот. Понятно, я сейчас не о том, что там кто... Понятно, тут Россия нарушила территориальный суверенитет Украины, целостность, вторглась, агрессор. Все это понятно. Но задача любого политика, так, все-таки избегать войн и решать политические проблемы, желательно, не военными методами, а дипломатическими, экономическими, ну, умасливать можно, уговаривать и так далее, потому что это первое. Теперь, был Стамбул-1 в марте месяце, так? Там понятно Стамбул-1, да? И теперь Стамбул-2. В чем разница? А в том, что по Стамбулу-1 территории, которые сегодня захвачены, оккупированы, они, по крайней мере, теоретически, возвращались в Украину. И Мариуполь еще тогда был, и Херсонскую область, и Запорожскую тогда могли отдать, если подписали договор. И Донбасс еще, статус Донбасса, автономной республики в составе Украины. Крым там серьезная была проблема, но ее решили там, вынесли через 15 лет его решать. Отложили этот вопрос. Спорная территория, так называемая спорная территория. Кстати говоря, ну, в Европе, вообще в мире, государств с территориальными претензиями, потерями, спорными территориями, куча. Наследие войн колониальных и колониального прошлого. В Европе, что ли, посмотрите. Это же все границы, это все результат Второй мировой войны. А до Первой мировой войны границы были другие, потом после Первой войны другие и так далее. Так, и если мы думаем, что вот мы жили в мире 70 лет, да, после 45-го года. Принцип нерушимости границ европейских был зафиксирован в 1975 году на совещании в Хельсинки. Так называемый Хельсинский процесс и Хельсинский документ. Аж 45-75, 30 лет. Только были зафиксированы принцип нерушимости границ. Вот и все. Понимаете, так вот я к чему говорю? Что, да, это проблема, конечно. Кто сказал, что это легкая проблема? Политикам надо ее решить. Но надо ее решить. Либо мы будем вечно воевать в долгую, погибать. Будет погибать, погибать их энергетика и так далее, и бизнес и так далее. Либо надо как-то решать этот вопрос. Либо отложить его. Спорный статус, решать это какими-то другими экономическими методами, политическими и так далее. Но мы же говорили когда-то, что Крым надо, как можно Крым забрать? Ну, покажите, что тут жить лучше, и все. Зараз же про Крым навіть президент Зеленський не говорить, тільки про кордони 22-го року вже. Але ви згадали про Стамбул-1. По кордонам, правильно. Так, Стамбул-1 предполагав... Але якщо вірити Арахамію, приїхав Борис Джонсон і все змінилося. А ось зараз не поэтому. Я думаю, що там не в Джонсоні діло. Тобто Джонсон, конечно, внес свою, да. А в принципі, там що? Коли як тільки Росія вивела свої війська з-під Києва,
все посчитали, что это победа. Вот. Она действительно была победа, им держать было тут тяжело, войска, потому что они как бы, ну, логистика тыла не было. Они же стояли тут возле Киева, 40 километров от Киева, так, север Киева, севера, с белорусского направления, туда вот в сторону Гостомеля, Ирпеня, вот, Буча, Киевская область, так, там Макаров, Иванов. Вот они стояли. И, конечно, им надо тыл. А как? Это же не будешь самолетами все время сбрасывать на такую группировку. Большая группировка там была. По-моему, 60 тысяч было. И как только они вывели войска, якобы договорились об этом в Стамбуле, все решили, что все, задача выполнена. А Джонсон пришел, он как бы, ну, приехал, он только сказал, да, вы правильно сделали, мы вам дадим оружие, будете дальше гнать Россию за ее, за границу. А почему это важно, когда войска? Посмотрите, Стамбул один. Вносится парламент. И что? Уже когда только шли переговоры по Стамбулу, я знаю, кто занимался этим, ну, с дипломатом. Серьезные люди занимались, готовили. Лучшие дипломаты нашей страны. И как на них хейт какой пошел? Центрада. Что это... пророссийские люди, что он там... Почему? Потому что пока ж Киев не взяли, ну так все вроде бы тут герои, ну правда стояли там. Так вот, если это говорили, то представляете, что было бы в Верховной Раде. Одно дело, когда вы рассматриваете документ сложный, тяжелый, никому не нравится он, понятно. Похабный мир, ну похабный мир даже лучше, чем война. Похабный мир или как там, так, еще можно там. Вот. Будут говорить клеить ярлыки, капитуляция, зрада и так далее. Ну, у нас это умеют делать. И одно дело, когда в Верховной Раде вы принимаете такие голосовки, скажут, а вот смотрите, 40 километров стоят войска на марше и могут зайти. Где ваш героизм тогда будет? Кстати говоря, и надо отметить, они стояли за 40 километров, у них грады были, ураганы, вот эти смерчи тогда еще. Они не били по центру Киева. А когда войска ушли, все сказали, зачем? Войска-то ушли. Поэтому зачем мы будем принимать такой документ, такой мир? А посмотреть вперед, спрогнозировать. Или понять одно, что русские не будут сдаваться, они будут давить, додавливать. Они пойдут на все. И что это как бы, ну, то, что они убежали из-под Киева, из-под Харькова. Ну да, это война. Но это не значит, что тотальное поражение. И, в конечном счете, у них еще и ядерное оружие. В качестве, так сказать, последней надежды. Так? Как бы, вот. Никто не занимается, еще раз говорю, у нас никто не занимается прогнозированием, все живут одним днем. Вот один день прошел, ударили беспилотниками, все, перемога, победа, бежим дальше. Надо же наглядеться назад и посмотреть вперед, как дальше войну вести. Да. Ну, згодна, а дивіться, наприкінці червня планується в Женеві великий форум миру. І ми вже готуємося до нього, майже весь світ готується. Але до цього багато подій можуть відбутися. Ось що ви прогнозуєте? Що може відбутися ось за травень, червень місяць, а можливо ще і в квітні? Які події можуть відбутися напередодні цього форуму? Можливо, буде Стамбул-2, можливо, буде наступ, можливо, буде, знаєте, прогнозують якісь події, такі дуже гарячі події на фронті. Ось чого очікуєте ви напередодні? Ну, Стамбула-2 не буде, не готові ми к этому. Ментально не готові. Якщо в нас більшість граждан вважає, що ми повинні і можемо побіти Росію, ну, так який може бути Стамбул-2? Та скажуть капітуляцію. И все. Капитуляция и обвинят во всех грехах. Вот, это первое. Не готово. Так? Ну, потому что действительно условия там приемлемы для России, но они неприемлемы для нас пока. По крайней мере, пока. Все может быть в этом мире. В политике никогда не говори никогда.
Вот. Ну, это первое. Второе. По Швейцарии. Ну, а кто будет, интересно? Приглашение всем, в том числе и России. Россия сказала, мы не будем. Китай будет или нет? Если будет, то с чем он туда приедет? Со своим планом, так, а не с нашим планом. Ну вот, поэтому тоже это два пока. В каком формате, сколько участников и какие результаты. Это два. И тоже как бы, если на поле боя ситуация будет складываться не в нашу пользу, понимаете, условия, наши условия не совсем будут понятны. Потому что мир запрашивают те, кто отступает. Те, кто отступает, запрашивают мир. А они говорят о победе, что они отступают. Так? Это два. Ну и третий момент. Конечно, это будет период такой больших дипломатических битв. Сейчас переносится война. То есть на поле боя тоже там все будет. Жесть. Жестоко, жестко и так далее. Но переносится все на инфраструктуру. Война инфраструктурная. Потому что надо цену войны показывать. Материальную, экономическую. А во-вторых, на дипломатические поприща. Ну, тут Стамбул. Да что же они случайно? Они вкинули Стамбул-2, как бы перебить швейцарскую тему. Швейцарской мирной конференции по формуле Зеленского. И последний момент. Конечно, все-таки вот если последний момент, все много зависит от того, что будет происходить в мире. Потому что если разгорится война на Ближнем Востоке, Иран-Израиль, то понятно уже, и Байдену тут будет не до Женевы, как говорится, многим будет. Это тоже надо учитывать. Поэтому следим напряженно и внимательно за ситуацией вокруг Ирана и Израиля. Так, на жаль, наш світ дуже маленький, і все, що відбувається в ньому, тим чи іншим шляхом якось торкається нас. Вадим Юрійович, будемо чекати і будемо сподіватися з вами на нову зустріч і обговоримо перспективи. Будемо надіятися на туристичний, що туристичний сезон в Одесі буде краще намного, ніж предыдущі 2 роки. По-перше, що він буде. І що туристи приїдуть, і море буде відкрите, і все в нас буде добре, не буде обстрілів. На керосині будемо світ, будемо під лампами керосиновими, якщо що. Ну, не здадимося. Я дуже, дуже дякую, що знайшли час і за таку цікаву розмову, і до нових зустрічей в нашій. Всегда рад. Всегда рад Одесі передати привіт.